из воспоминаний Михаила Исаковского. Когда враг напал на нашу страну, повсеместно было введено затемнение. На улицах ни фонаря. Окна к вечеру плотно закрывались шторами и листами черной бумаги. Затемнение придавало фронтовой характер городам и селам, вне зависимости от того, как бы далеко или близко они находились от линии фронта. И вдруг на фронт прилетела песня «Огонек». Это было в тяжелую пору. Сейчас трудно себе представить, какое ошеломляющее впечатление произвела эта сцена. Уходит парень на фронт. Удаляясь, еще долго видит огонек в окне любимой. Этот огонек как символ ее любви, верности и ему, и в нашу победу. Так и не знаем мы по сей день, друзья дорогие, кто же написал музыку. Но уж больно она прекрасна. И мы начинаем наш концерт с этой инструментальной пьесы «Огонек». Из воспоминаний
автора слов песни «Соловей» Алексея Ивановича Фатьянова. Зачитайте вам. Помню фронт. В большой зеленой роще мы, солдаты, после только что затихшего боя лежим, отряхиваясь от рубинок, засыпавшей нас земли. И вдруг слышим, вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов, во все горло, как бы утверждая жизнь, за счетом соловей. Как рождаются песни? У каждой из них своя история. И те соловьи, что поют с наступлением весны, это образ сада, пруда, дома, где солдаты ждут. И как сегодня не спеть эту песню? Послушаем ее. Музыка Соловьева-Седова, слова Фатьянова. Соловьи. Oh.
Смотри, зал, я это чувствую. Как важно было солдату во время войны знать, что его любимая ждет, что она его любит. А бывало, что ждет письма, а письмо не приходит. Но ведь война. А друзья на что? Успокаивал, да подбадривал и говорил, если не ждала, значит, может быть, не любила. Это точно. Но наши девчонки ждали, любили, верили и в победу верили. Узнавшие горе, хлебнувшие горе, в огне не сгорели, в боях уцелели. Никто не расскажет смешнее историй, и песен никто не споет веселее. Ну что ж, что гремят бесконечные залпы, взлетая гармошка, сверкая резьбой, и слушая песню, никто не сказал бы, что час лишь, как парни, вернулись из боя. Разом тучи высады.
радости. 70-й раз мы встречаем нашу победу. Конечно же, этот день и слез, и улыбок. И вы сегодня в зале немного сгрустнете, но обязательно улыбнетесь. Сегодня не раз будут звучать любимые вашему сердцу знакомые мелодии. И сейчас прозвучит фантазия на тему известных песен Отечественной войны в исполнении ансамбля. Дорогу, 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 дор
Наш концерт называется «Концерт памяти». Эти мальчишки, которые погибли в 18-летнем возрасте, матери, которая плакала, получает похоронки. Это страшно. Во всем виновата. Это страшно. Война. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину.
все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам с собой веду я разговор. Так много войн было на белом свете, так много лет уже прошло с тех пор. Когда-то автор аранжировки произведения, которое будет исполнено в заключении нашего концерта, учился у художественного руководителя оркестра народных инструментов. Когда-то художественный руководитель учился у преподавателя, прошедшего Великую Отечественную войну, написавшего фантазию на темы известных песен тех далеких лет. Сегодня автора нет в живых, но память о нем всегда с нами, в его музыке, в сердце его ученицы. Художественного руководителя оркестра народных инструментов Красноярского колледжа искусств имени Павла Иосифовича Иванова Радкевича, заслуженного работника культуры Красноярского края Ольги Гринберг. Война еще исчезнуть не готова. Те годы миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселые, довольные вполне, давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.
Евгений Кравченко, концертмейстер Алена Пескова, Юлия.